витископ. Советская система школ спорта обслуживала советскую систему плановой экономики и коммунистической идеологии. И под это строилась вся педагогика, под это строилась вся система. А мы находимся уже совершенно в других условиях. И вот задача Федерации плавания Украины, мы видим такую задачу, как стать активным участником тех социальных преобразований в нашей стране в сфере спорта. То есть мы понимаем, что сами мы не можем создать успешную федерацию, как построить, помните, как построить коммунизм в отдельно взятой стране. Невозможно. То есть невозможно стать успешной федерацией в стране с законодательством, которое противоречит полностью логике развития вида спорта. На сегодняшний момент, я думаю, мы получили реальный шанс реформировать, быстро и качественно реформировать нашу отрасль. То есть у нас есть четкий план, как мы себе это представляем. Мы не будем заниматься исключительно медалями любой ценой. Мы не будем заниматься вопросами обгоним и перегоним кого-то. А мы будем заниматься таким образом, что у нас будет появляться здоровая, сильная, сплоченная нация. Спорт в этом будет принимать активное участие. И в результате этой работы будут появляться чемпионы, которые оказались сильнее, талантливее, лучше. Но это не значит, что те люди, которые будут заниматься спортом и не становиться чемпионами, будут вне этой системы. Каждому из нас с вами станет гораздо радостнее и спокойнее вести своих детей в секции, понятнее, в чем наша будет функция как родителей, понятно будет, в чем функция федерации, понятно будет, в чем функция государства, в чем функция мэра, в чем функция губернатора. И таким образом всем все станет ясно и понятно. И нам с вами, то есть, собственно говоря, так как это происходит в нормальной европейской стране. Витископ. Спортивное видео.